Всем большой привет! Давайте начинать новый влог. Какое-то время уже, наверное, неделю не было влогов. Сейчас на улице снова пасмурно, на кухне на моей темно. Поэтому никаких макияжей я вам не показывала. Сегодня я новинками делала макияж, но прямо не могла не показать. Думаю, пусть темно, но я все равно покажу. Палетку я использовала, которую мне Лена дарила. Это палетка от Essence. Она вот такая красивая. Я сегодня использовала вот этот средний в макияже оттенок. Он прямо основной сегодня. А для акцента нижнего века вот этот коричневый. В уголок глаза светлый. Ну и получается как бы вот эти, да, три оттенка. Вот так они выглядят. Так мне понравилось. Но это не все. Видите, как у меня все тут делает это. Сверкает. Потому что от Essence я использовала также вот эту однушку на подвижное веко для акцента. Очень мне понравилась она. Она быстро застыла. Чуть-чуть границу я растушевала сиреневым, который я вам первый показала, вот этот. Он и шел в складку. И им же я вот этот вот перламутровый, он даже металлик, растушевала. И получилось вот так. Мне кажется, даже глазки какие-то такие, знаете, сверкают, горят. Искрятся благодаря этим продуктам. На губах у меня помада из Project Pen. Она мне так нравится, но я ее просто несправедливо забыла. Она дает прекрасное увлажнение. И сейчас, думаю, она у меня будет часто в макияжах в декабре. И я ее оставлю, наверное, в сумке на всю зиму. Потому что помада достойная. И зря я до нее не добиралась. Почему решила вас сегодня взять с собой? Мы с Катей пойдем погуляем с сестрой. Потом сходим к ней, наверное, на спорт. Но не только с ней, мы с Максимкой. Максимку со школы дождемся, все вместе сходим. Потом займемся спортом дома. Я, наверное, сегодня в вишневой потонирую волосы. Пока никак я не договорюсь со стрижкой. Вы знаете, такое чувство, когда и хочется, и колется. Вроде опять уже длина такая, что начинает... Ой, жалко стричь. То есть, когда они были короче, не жалко, а когда они достигают какой-то длины, уже становится жалко. Потому что, когда они свеженькие, когда они в стрижке... Ну, вот не в стрижке, а в укладке, они так красиво смотрятся. В целом-то неплохо волосы выглядят. Но сегодня потонирую и посмотрю, как будет. Ну, я так довольна вот этим макияжем. Лена, спасибо тебе большое за такую красоту, которую ты мне прислала. Прямо рада-рада. Брови, на брови не обращайте внимания. Я их чуть-чуть подвела просто, когда одеваешь шапку. Шапка стирает все равно часть этих бровей, и у меня шапка быстро пачкается. И когда я планирую полдня провести в этой шапке, я их особо не рисую. Просто, так знаете, как бы отметила для себя, где они должны быть, и все. Вот, поэтому на брови мы сегодня внимания не обращаем. Я уже в водолазке, потому что уже одной ногой, в принципе-то, на выходе. Оставайтесь со мной, будет, наверное, что-то интересное. Хотя сейчас быт такой, зима, холодно, особо камеру на улице не достанешь. Ходим мы, по сути, по одним и тем же местам. Это та же пиццерия, либо столовка, магазинчики какие-то. Ну и спорт я уже показывала 3 раза. Какие-то кусочки, поэтому я думаю, каждый влог показывать, как я там ноги поднимаю, либо прыгаю, но смысла нет. Поэтому не знаю, будет ли это интересно, вы напишите. Вот такие обыденные моменты жизненные, интересно ли их вставлять во влоги, либо ждать каких-то грандиозных событий, чтобы пусть раз в месяц, но влог был интересным. Поэтому напишите, мне правда интересно. Ну, а я уже пошла, сейчас Макс придет уже постучиться, собираться дальше. Ох уж эти планы. На самом деле, все, что я вчера запланировала, практически ничего не получилось. Сначала мы встретились с Катей, дождались
Макса со школы. Он пришел с сильной головной болью, поэтому пришлось давать ему лекарства. Он остался дома. Правда, с Катей мы прогулялись по магазинам, зашли даже в пиццерию, перекусили, Максу какие-то там вкусняшки купили. На спорт я не попала. Голову тонировала я только сегодня, сейчас вечер следующего дня. Вот насчет тонировки головы. Единственное, я сегодня вообще не красилась лицо, потому что весь день посвятила кухне, делала генеральную уборку, отодвигали мебель, даже газовую плиту, там вот плинтуса, все под, знаете, под такими вечно стоящими мебелью предметами мыли с мужем пол. И вечером я добралась до волос и потонировала их от Фаберлик вот этой краской «Краса 3 в одном». Это концентрированный оттеночный шампунь-кондиционер. Я взяла спелую вишню 83-55. 100 лет я не была вишневая. Но вот в этот раз, смотрите, как хорошо все прокрасилось. Я вам говорила, у меня вот на висках, как бы вот эти вот места, там все седина. И ничего нет, в общем, все прокрасилось прекрасно. Длина более потемнее, потому что тут краска еще на концах, она потемнее, нежели вот, например, где более светлые волосы свои. Хорошая краска. Здесь 20 миллилитров сам вот сама туба. Я использую за раз всю. Кто-то из девочек написал, что на 2 раза хватает. Ну вот, не знаю. У меня вроде 3 волосинки, но мне на 2 раза не хватает. Может, я просто неэкономно как-то наношу. Я боюсь, что вдруг не прокрасится, и поэтому я использую абсолютно всю. Ну вот, кто-то виртуозно получается вот даже на 2 раза. Молодцы. Нравится мне вот эта тонирующая краска. 15 минут я ее держу, смываю, и вот результат такой вот. Единственное, что я сегодня вообще не накрашенная. У меня сегодня хорошая новость. Ко мне приехал телефон. Заказала я себе Redmi Note 5. Сначала мы такой заказали моему сыну Максимке. Только золотой был футляр у самого телефона. Себе я заказала голубой. Вот он такой уже чумазенький. Это у меня ребенок уже его потрогал. Он уже весь блестит. Чехол приехал чуть раньше. Максимка показывал чехлы. Я себе заказывала 2. Вообще, на самом деле, едут еще 2 чехла. Я хочу чехлы, которые закрываются книжечками. Но вот так вот, знаете, для дома я брала вот такие 2 чехла еще. Макс себе свои брал, я себе вот такие. Они по 114 рублей, что ли, были на Алиэкспресс. Вот я взяла. Причем к этим чехлам шел даже подарок, вот такая подставочка, неплохо работает. Так, сейчас я вам покажу, как она работает. Вот, видите, прямо вот собираете, тут вот отодвигаете. И к 100-рублевым чехлам еще и 2 такие подставки шли. Макс себе одну забрал, и вот вторая у меня. То есть можно даже фильмы смотреть теперь с телефона. Вот только не заметила я, что у меня ребенок его заляпал. Хотела вам похвастаться. Ну, в общем, телефон классный, понравился. Тут двойная камера для портрета. Максимкины, кто вот ходит на Максимкин канал, смотрит последние ролики, у него несколько роликов сняты на его вот этот телефон. Мне очень понравилось качество камеры, понравилось, как она делает фотографии, поэтому я думаю, что будет меня радовать этот телефон. И он не маленький, то есть он большого размера такого. Я не буду его характеристики говорить, потому что это все-таки не обзор. Понравилось в чехлах, вот в этих то, что кнопки там спрятаны. А цвет моего телефона я вам сейчас покажу. Я себе взяла, в общем, вот видите, голубенький. Он прямо голубенький, симпатичненький. Вот. Поэтому у меня теперь обновка. У меня был старенький, теперь у меня наконец-то появится Инстаграм. Кто-то там около 100 человек на меня подписались. Но у меня не рабочий был Инстаграм, потому что там есть хотя моя фотография главная,
Но когда входишь с нетбука, ну вот я с нетбука заходила, я не могу загружать фотографии, я не вижу сообщения, то есть, может быть, там мне кто-то и пишет, но я не в курсе, потому что с нетбука невозможно ничего этого сделать. Но я могу историю просматривать, на кого я подписана, посмотреть их фотографии. Вот. Теперь я постараюсь, если у меня получится, конечно, я же, конечно, пароль-то тот забыла, если я восстановлю другой пароль, сделаю, то я буду теперь с телефона на связи, даже в Инстаграм. Довольна я чехлами, но очень жду те чехлы, которые ко мне едут. Такие книжки, и они под, ну, кожзам, наверное, я не знаю, муж кожа, я не знаю, что я там заказала, но по 400 рублей, в общем, два чехла. И они будут уже голубого, такого яркого цвета, красивого, под цвет моего нового телефончика. Рада! Это не на обзор, а то у меня многие переживают, что раз я хвалю, значит, на обзор. Вот. Что я еще хотела рассказать? На спорт я не попала, потому что из дома практически не выхожу. У меня маме сейчас плохо, мама лежит. Давление у нее очень упало, сахар поднялся, наоборот, давление упало, пульс слабенький, она у меня бедненько страдает, лежит. И поэтому я уж стараюсь ее не оставлять, быть рядом. Поэтому пока спорт в домашних условиях, если будет не лень сегодня, так, сама помахаю ногами. Привет, то передаю моему спорту. Но в домашних условиях тоже девчонки говорят, занимайся дома, есть программы по компьютеру, в интернете. Ленивые я. Поэтому для меня нужен спортзал, чтобы мне там время засекли и никуда не денешься. Видите, со всеми бегаешь. Сама я по себе лентяйка в этом отношении. Не знаю, все, наверное, больше ничего не хотела рассказать. Спасибо огромное, что смотрите меня. Наверное, я вот на этой похвастушке уже остановлю свой вот этот мини-влог, получается, в домашних условиях. Очень сегодня устала. Девочки, надо чаще разбирать в таких углах. Вот он где спорт. Вот круче фитнеса, когда вот где-нибудь залазишь в угол конкретно, и вы знаете, вот спинки, стенки у мебели, которую вот сложно, так трудно доставаемую подлазить. Там фитнес еще тот, потом три душа можно принимать, потому что вылазишь оттуда из углов в мыле. Ну все, я уже охрипла, буду прощаться. Всем спасибо, что ждете моих влогов. Очень приятно. Спасибо всем, кто тактично относится и к каналу, и к моим вкусам. Это очень приятно, потому что когда люди ищут, за что похвалить, а не за что отругать, там, например, это многого стоит, это очень ценно. Поэтому спасибо всем, кто остается такими. И давайте друг друга больше хвалить. Поругать-то мы всегда друг друга успеваем, а вот хвалить порой забываем. А это так важно. Поэтому не забудьте сегодня кому-то улыбнуться, кого-то похвалить из своих близких, и мир станет сразу чуточку добрее. Всем пока!